Ля, пожилая обстановка. Да. Ну, Максу, давайте это, распаковывайте. Пришла нам одежда от Мишани Огородника. Давайте, что-то там красное уже виднеется. Ну, не тяните. О, да. Ля, какая, елочки. Пихты. Ля, какая, смотри. Сделка. Что скажете по этому поводу? Штука интересная. Ну, для начала наклеечки, понимаете? Май гад! Это как. Это как в НФС-ке, там такие же были на машинах. Смотри, ля гоночные. Здесь что, здесь же Steam написано, да? Да. Блин, по-китайски что-то мне кажется, нет? Немножко. Ну показывайте, что. Смотри, велосипеды. Офигеть. Ну что она. Пиздец, бля, ебать, она толстая. Так, Макс, дальше. Что у нас дальше? Давайте. Оба-на, ля какие. Блин, я не знаю, розовые носки, мужики. Ё-моё. Не, вот это, мне кажется, перебор. Вот это еще нормально. Ля, ну, в принципе, вообще, в принципе, такое производство замутить, это надо постараться как следует. Следок. Или, может, не поняли. Хорошо. Запамятовали. Ладно, не вопрос, бывает, да? Там сколько? Что, еще сыпется? Что-то это, перебор какой-то. У меня вот такая на руле была. Ой-ой-ой. Ну, Михалыч на спонсорстве. Все, мужики, офигеть. Это кошмар. Их тут на килограмма два, наверное, на три. Не, на четыре, смотри, какие. Там газа машины или что? Блин, я не люблю машины. Что делать, мужики? Конечно. Блин, что делать, если мне машина не нравится? Ну, это... Макс, подарок вам, наверное, не знаю. Ля, смотри, какая. Ля, ля. Ля. Один Макс вон подглядывает. Ля, какой. Мэр, подмигивает. А вместе с одеждой мне пришла еще и вилка. Чтобы вы понимали, продавец, Тимур, который мне это все отправил, он это все так запаковал. То есть вот это вот все. Под дропаут и все как надо. Может даже это в туалет взять, подтираться потом. Он вот это все еще было запаковано вот в этом все. То есть то, насколько он... Это Hellride хуже работает. Вилка просто шикарная. То есть вилка каленая, все как надо. Причем, обратите внимание, она мне пришла, и я только тогда заметил, что здесь отличаются ноги у вилки. Они что-то какие-то... Это, одна серебряная, другая черная. Какая красота, в тысячу раз круче. А, дырочка, о, да. Ну что, Максвелл, давайте клеить. Ну-ка, о, под цвет. Ну, почти угадали, короче, почти угадали. Прям все как надо. Отлично, ля какая. Сейчас едем покупать 24-ю покрышку. Ехать придется, как на самокате, километров так 5. По дороге вон встретили пацанов. Сейчас вместе с пацанами едем за покрышкой. К слову, мужики, почему мы вообще едем за покрышкой? Просто потому, что моя покрышка на МТБ настолько стерлась, что просто взяла и взорвалась. Причем два раза. Ну и заклеили, конечно же, камеру. Доехали от центра до ленты, и она еще раз взорвалась. И два раза по 4 атмосферы. Хлеще, чем у КамАЗа взрывается, я вам так скажу. Куда не поедешь, везде наши пацаны. Понял, понял. Там просто подложить все. Держи. Все. Дай бог здоровья. Спасибо тебе большое. Сегодня у нас стрит. Правда, какой-то инвалид. Не знаю, как пойдет. Царство не будет. Thank you.
В данный момент происходит починка МТБ. Все знают, что у меня два раза взорвалась покрышка. Ставим вот эту кенду краниум, она, по-моему, называется, или как-то так. И поставим вот такую ободную ленту, которую я купил за 50 рублей. Под цвет рамы, все как надо. Сейчас нам надо будет как-то вот это место брать и заклеивать. Новая камера, царство и небесное. Не знаю, как будет. Но набор заплаток есть, поэтому я не волнуюсь, как бы. Для таких случаев есть вот такая вот прекрасная арматурина. Эта крепость, она вообще ни о чем. Ну, взорвалась и взорвалась. Я на самом деле думал, что она вот здесь где-то рванула, а вот нет. Запись идет? Да, спрашиваешь. Слушай, что-то это фальшивкой пахнет. У меня 24-е колесо здесь, 24-е. Что-то явно не так. Обод бракованный, видимо, это 24,5, наверное, я не знаю. Так, ну все, это крайние меры. Все, это рабочая схема, давай. Отлично. Все, вот так бы сразу. Еле как мы это колесо сделали. Поменяли покрышку, все стало гоночное. Конечно, от восьмерки никуда не денешься, тут она немного страшная, но она ни на что и не влияет. Пришлось звать Максула, потому что мы тут заклеивали, пытались накачать. У нас получилось самое настоящее царство. Ну вот, купили где-то здесь новое, вот это вот новое. Ну, купили ее, и все, теперь она уже стоит здесь. Эти двери слишком узкие для меня. Приехали. 21-го Ростовка, траст 15-го года. Ля какая. Сразу с цепью в подарок. Самое, что шикарное мне подарили. Раму мне никто не дарил, кстати. Это сидушка Сальт Плюс. А, наконец-то моя жопа будет в порядке. Это вот два новых введения на момент 3 июня. Или июля, что сегодня? И Максу тоже не знает, да, маяковошка? Ну, сейчас будем все это дело переставлять. О, какая. Ля, какой леденец. Это я говорю, проблема в том, что у меня не интегрированный подседельный зажим. Там он абсолютно такой же. Ну вот, именно из-за него получается вот такая вот штука. То есть, оно стирается и надо, короче, наждачкой всю вот эту прошоркать, чтобы нормально было, чтобы красиво. Но этим мы пока что заниматься не будем, нам бы побыстрее поставить и опробовать. Это 21-е, у меня 25 была до этого. Но вот как именно поэтому я катался с Чикаго, то есть у меня руль туда был. Рама не пошорканная, как же оно выглядит, все шикарно. Мне уже нравится. Посмотри, красота. Что дальше будем делать? Блин, рама идет на покой, мне так и жалко. А, ты снимаешь, да? Ну, снимай. Предыдущий владелец тоже на той стороне катал, у него тоже на той стороне цепь. Ну, чтобы вы понимали, это левая сторона, обычно все стоит на правой. Как бы, понятное дело. Единственная проблема в чем? В том, что у всех ВТП рам, что у меня была такая проблема, что у тех рам. Везде болт звезды раскручивается и начинает тарабанить по вот этой вот части. У меня вот здесь пошла трещина, от греха подальше, и мне пришлось варить. Здесь то же самое. Просто, чтобы вы понимали, чем мы сейчас с Максимкой занимаемся. Штоку этой вилки настолько толстый, то, что мы еле как сможем снять вынос. Сейчас я покажу, как мы это делаем. Так, готов? Уже доступай. Блядь, поехал. Освоясь. Нифига. Ну давай. Да я один не справлюсь. А нет? Лучше. О, минус спина. Ну давай. Застрял. А соседи там на балконе сверху одни какие-то ох, ах, ох, ах. Ох, ох. Хорошо пошло. Да, да, соседи вообще в шоке. Главное мне мамку башки не залепить. Тут аж стружка посыпалась. По факту.
Она теплая, бля. Победа. 20 минут. Сейчас еще одевать придется таким же способом. Ну просто два здоровых дядьки. Еле как вот это все сняли. Офигеть можно. А, вилка мужская, то есть понял? Можно вообще, можно надеть и болты даже не вкручивать. Мужики, короче, смотрите, что мы придумали. Но это мы придумали уже, наверное, года 4 назад. У нас есть обычная проставка и есть звездочка. Мы просто берем, так как вот здесь у звездочки есть пространство, мы сюда вставляем нашу проставку. Так как у меня рама стала больше, чтобы мне было чуть полегче вдергивать, мы сделаем такую импровизированную проставку. Просто посмотрите на эту шикарную бензопилу. Все. Это смерть. Реально, это михайловский стиль. Звонок, бензопила. Фонарик, все, приборная панель. Видишь, тут еще красная, как кровь. Чем отличается траст 14 от 15? Вот я катался на 14 трасте. Это 15 траст. Перья. Пока что это единственное, что я заметил. Эта рана пошла на покой. Царствие небесное. Она служила мне верой и правдой. Рассказывала о всех ее недостатках. Их почти нет. Эх, единственное, то, что идет с этой рамы в ту, родное, волосатое, то, что было всегда вместе, в одной связке, оно, я даже боюсь руками брать, съест. Видео это уже снимается 5-й день, мы все никак не можем поймать летную погоду. Связано это только с тем, что либо идут дожди, либо просто отвратительный и ужасный ветер. И наконец-таки я нашел день, время 4 часа, мы выдвигаемся. Сейчас мы едем на Искру, там где нас ждет Максвелл, Дамир и все наши мужики. Как обычно, на новых деталях, теперь уже как обычно. Велосипед стал таким мягким, таким приятным. Цепь здесь какая-то волшебная, поскольку на ней пропали все хрусты, все скрипы, вот это все. Настолько стало классно передвигаться. Везде прома, накат, все как надо. И самое главное, мягкая сидушка. Теперь, когда я катаюсь на вот таком велосипеде, на новом, просто идеально. Наконец-таки я не чувствую каждое звено в этой цепи, я просто кручу педали в свое удовольствие. Рулевая затянулась. Привет, Максимка. Что у вас случилось? Какая рулевая? Все, пиздец. Когда мы живые, все остальные ломаются. Рулевая сама затягивается каким-то хуем и растягивается. Что-то приехали здесь, это наплыв самокатеров, очень страшно. Надо валить отсюда куда-нибудь другое культурное место. Все, пожилые люди выдвигаются. Едем в скейт-парк города Барнаула. Увидите, охренеете, я сам был в шоке. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Отлично, молодец, молодец. О, вот эта пробочка неплохая. Сколько Саша в одном месте. Все, поехали, нормально. Ля, тут уже без нас самокатеры тусуются. Это мы называем пулом. Охренеть. До чего дошли. Парка нет, но мы катаемся вот здесь. Офигенно. Да нормально, чистый, хороший. Да он не чистый, там... Все нормально. Там... Пальцы отпечатали. Михалыч, он тут это, заляпанный.
Смотрите! Где? Вон он садит, бля. Все. Все проехали. Отлично. Да тут вообще какой-то дурдом происходит. Короче, мужики, все, комары достали, мы валим отсюда. Ну, я валю отсюда, короче, куда-нибудь подальше. Чем дальше, тем лучше. Все, до свидания.